В Бишкеке строится Международная академия спорта, этикета и красоты. Реализацией проекта занимается компания «Биксер», ведущий производитель спортивной одежды в Кыргызстане. Сегодня строящийся объект посетили почетные гости. Это президент Международной федерации гимнастики господин Маринари Ватанабе и президент Азиатского союза гимнастики Абдулрахман Аль-Шатри. Они ознакомились с ходом строительства и планами академии. Об этом гостям рассказал директор Академии спорта, этикета и красоты Сергей Быковский. В Академии будут работать тренеры и хореографы высшего уровня, специалисты в области спортивной медицины, психологии, питания. Все это поможет воспитывать спортсменов мирового класса. Кроме художественной гимнастики, для населения столицы здесь будут работать секции танцев, йоги, флай-йоги и многое другое. Президент Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе и президент Азиатского союза гимнастики Абдулрахман Аль-Шатри высоко оценили усилия Кыргызстана в деле развития гимнастики в нашей стране и выразили надежду на то, что все планы претворятся в жизнь. А Международная федерация гимнастики со своей стороны будет оказывать посильную помощь в деле развития и популяризации гимнастики в Кыргызстане.